смотрите, дорабатываю. Сначала ее, а потом ой, чё покажу. Верона постепенно становится красавицей, как и должна быть. Немножко дорабатываю вниз. Более-менее нормально доработал вверх. Вот это ряды домиков. Вот этот сегмент дорисовал. Туда пойдет текст. Туда пойдет текст. И вот сюда. Сейчас закину ее на стену и посмотрим. Повыше постараюсь. А теперь самое интересное. Смотрите, как это смотрится с большими носителями. 2,5 метра. На 1,2 метра. И когда я поднял свои рисунки наверх, это вообще другое впечатление. Пока они были внизу, было так. Тын-тын-тын-тын. Но теперь понимаю, как это доработать. Как это доработать. Как это. Эх, жалко, в студии мало места. Но смотрится теперь все намного круче. Картоны переместились туда. Дом у Милана тоже на носители так. И Колоссео. И вот эти вот. А предыдущий 2-метровый, вон он маленький так. Студия начинает походить на галерею. И такой масштаб мне очень нравится. Картины продаются. Уроки по моей графике на Бусти. Все ссылки в описании. Лайк, подписка. Меня зовут Эдуард Кичигин.